Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится днем 7 ноября, в понедельник. Также нам известно, что в плей-офф вышли 4 английские команды – Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм и забуксовавший на старте Ливерпуль. 4 участника получила Германия, Бавария, Боруссия, Лейпциг и Айнтракт. Третьей по численности представителей стала Италия – 3 клуба – Наполи, Интер, Милан. 2 команды пробилась от Португалии – Бенфика, Порту. Спортингу чуть-чуть не хватило. У второй Лиги мира испанской премьеры одна команда – Реал Мадрид. Франция, ПСЖ, Бельгия делегировала Брюгге. Между собой команды одной страны сыграть не смогут. Не смогут сыграть в 1/8 финала представители одной группы. Победители групп станут перед жеребьевкой сеянными, а обладатели вторых мест – несеянными. Смотрим корзину сеянных. Наполи – победитель группы А, Порту – группа Б, Бавария – группа С. Это единственная команда, набравшая максимум очков. Тоттенхэм – группа D, Челси – группа E, Реал – группа F, Манчестер Сити – группа G, Бенфика – победитель группы H. Смотрим корзину несеянных. Ливерпуль – вторая команда группы А, Брюгге – обладатель второго места группы B, Интер – группа C, Айнтракт – группа D, Милан – представитель группы E, Лейпциг – группа F, Боруссия – группа G, ПСЖ – группа H. Таким образом, участники первой группы сыграют с участниками второй корзины. Наполи не сможет в 1/8 финала попасть на Ливерпуль, с которым играли в одной группе, а также на итальянских соотечественников из Интера и Милана. Остаются 5 потенциальных оппонентов. Самыми интересными встречами могут стать Бавария-Ливерпуль, Манчестер-Сити ПСЖ, Реал-Милан. Вариантов масса. Игры 1/8 финала пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля. Ответные игры 7, 8, 14 и 15 марта. С вами был Алекс Спортивный. До встречи на Лиге Европы.